последнее произведение. Вкратце. Пускай на фоне будет. Транзисторные моноблоки. На основе китовые платы квод. Мощность 100 Вт на 8 Ом. И почти под 200 на 4 Ом, потому что блок питания с большим запасом. Усилитель имеет балансные и небалансные входы. Балансные входы реализованы на операционных усилителях, то есть это сумматор настоящий, правильный. В усилителе реализован интересный режим, называется Hot Standby. При выключении усилителя кнопочка на передней панели. Через трансформатор и вторичные цепи питания проходят совсем малые небольшие токи. Выключил? Да. Включи. И усилитель всегда находится в режиме такого прогрева. В любой момент, даже через месяц после отключения, он сразу выходит на свой звук. Не нужно там долго ждать прогрева. Режим называется Hot Standby. Вот. Феликс, скажи, пожалуйста, ключевой вопрос – цена. Цена – 50 тысяч рублей за два моноблока. То есть я не ослышался. За два моноблока 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей, да. Ну, по-моему, подарок. Без преда. Ну, кстати, а этот пред? Это мой личный из моей домашней системы. Пока это... Это трансформаторный регулятор громкости, да, вот мы через него сейчас слушаем. Понятно, но пока, то есть это для продажи это не предназначено. Этот нет, но я уже делал в вот в подобном корпусе и продал, и у меня есть еще один комплект, буду тоже скоро делать, да. Замечательно. На мой взгляд, все очень прилично, очень достойно. Сейчас мы чуть-чуть прибавим, еще немножко послушаем. Thank you.